страшные скидки. Всем привет! Зима закручивает гайки. Но это не значит, что следует сидеть дома и ограничивать себя в передвижениях. Лучше принять меры, чтобы не замерзнуть, и двигаться дальше. Пережить сильные морозы с комфортом поможет термокостюм. Всевозможные сайты предлагают такую одежду по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Задача нижнего слоя одежды – обеспечение терморегуляции тела, то есть предохранять белье должно как от переохлаждения, так и от перегрева и, конечно, от влаги, выделяющейся в виде пота. Универсальных комплектов, которые могут защитить как от переохлаждения, так и от перегрева, создать невозможно. Поэтому шьются разные по функционалу модели одежды, созданные из ткани с различными свойствами. На сайте Wildberries теплое женское термобелье Polar Classic предлагают за 1589 рублей. Его прежняя цена – 2548 рублей. Подходит для средней и низкой активности в холодную погоду. Цвета черный и серый. Состав – 100% полиэстер. Анатомический крой с приталенной посадкой. Удлиненная спинка на куртке. Высокая посадка брюк. Плоские швы – Flatlock. Страна-производитель – Россия. На сайте Озон комплект женского термобелья X-Lite можно приобрести со скидкой в 66% за 2708 рублей. Материалы бамбуковое волокно 65%, нейлон 27%, спандекс 8%. Основной материал бамбуковое углеволокно, обладающее уникальными свойствами. Оно плотное и пористое, богато минералами, прекрасно поглощает и уничтожает неприятные запахи, при этом сохраняет тепло человека, уменьшает дискомфорт, вызванный контактом мокрой ткани с кожей, не вызывает аллергическую реакцию, поэтому подойдет людям с чувствительными кожными покровами. Приятно на ощупь. Итальянская технология бесшовного цельного формования, трехмерная резка, эргономичный дизайн. Анатомический крой термобелья усиливает положительный эффект от материала, плотно облегая фигуру. На сайте Яндекс.Маркет комплект женского термобелья Витачи предлагают со скидкой в 56% за 1805 рублей. Цвет розовый, состав полиэстер 88% и эластан 12%. На сайте Сбермегамаркет комплект женского термобелья Guaho Outdoor Middle предлагают за 2429 рублей. Цвета черный и сиреневый. Термо-лонг-слив эластичный. Подходит и для длительных прогулок, и для спортивных тренировок. Водолазка теплая из термополотна. Может использоваться как базовый нательный первый слой, который отлично облегает тело и абсолютно незаметен под повседневной одеждой. Отличный вариант при нахождении в неблагоприятных погодных условиях и при низких температурах. Выглядит эстетично и может являться самостоятельным элементом одежды для использования в длительных походах на природу и прогулках на улице, в помещениях, при занятии фитнесом. Фактура материала бархатистая, тактильно приятная. Особая конструкция изделия обеспечивает мягкое прилегание к телу. Плоские швы незаметны под верхней одеждой и исключают натирание. Термоджемпер хорошо тянется и подходит на большие размеры. На сайте Самара Спорт Сити женский комплект термобелья Саимаа можно приобрести за 2970 рублей. Страна-производитель Финляндия. Цвет черный. Комплект может быть использован как самостоятельный слой одежды, так и дополнительный, что особенно актуально для зимних видов спорта. Благодаря уникальным по своему составу материалам, таким как санлайт и хлопок, изделие приобретает особую ценность. Сбережет тепло тела при низких температурах до минус 15, а манжеты на рукавах кофты и внизу штанин не допустят попадания холода внутрь изделия. Наружный слой 100% санлайт, внутренний слой 100% хлопок. При покупке термобелья выбору материала стоит уделить особое внимание. От него зависит, какими характеристиками будет обладать конечный продукт и какую терморегуляцию он сможет обеспечить. Хлопок отлично пропускает воздух, хорошо впитывает влагу, плохо сохраняет тепло, долго сохнет. Шерсть. Здесь обычно используют тонкую шерсть мериноса, мягкую на ощупь, не вызывающую неприятных ощущений при прикосновении к коже. Тепло сохраняется отлично, но с отводом влаги и в этом варианте есть проблема. Материал медленно впитывает влагу и еще медленнее сохнет. Синтетические ткани. Независимо от вида использованных при изготовлении тканей волокон, подобные ткани наиболее полно обеспечивают функционал, который должно выполнять термобелье. Полипропилен отлично отводит всю влагу, хорошо сохраняет тепло. У полиамида способность выводить влагу еще выше, и кроме того, он самый легкий. У полиэстера, кроме перечисленного, высокая эластичность, что для плотного прилегания белья к телу также очень важное качество. Ткани с эффектом dry fit, сотканы из полимерных волокон, но при этом обеспечивают полную защиту от влаги. По сути, это двухслойная ткань, нижний слой волокон, в который пропускают влагу только в виде пара. Это был Шоппинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.